Московский лектор читает лекцию о вегетарианстве в клубе колхозов. Дорогие мои колхозники, всю жизнь живете, не знаете, каково это вредно мясо есть. Понимаете, в крови холестерин. С задних рядов кричит 90-летний дедушка. И ноги мерзнут. В непонятках лектор снова продолжает. Вы понимаете, это лишняя нагрузка на сердце. Сосуды забиваются. Дед снова. И ноги мерзнут. Заканчивая лекцию, лектор говорит, вы понимаете, организм от этого стареет. Дед снова, и ноги мерзнут. Лектор не выдержал и говорит, дедулечка, ну почему же ноги мерзнут? Вы понимаете, я на ночь мясо съем, у меня елда встает, одеяло стягивается, и ноги мерзнут. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.